Всем доброго времени суток. Привет. А мы собираемся сегодня прогуляться по Стамбулу, посмотреть достопримечательности и сходить в несколько интересных мест. Оставайтесь с нами. Приехали в аквариум Флори. Он находится рядом с одноименным торговым центром. Сейчас скажем вам по расценкам. Такси из центра нам обошлось 150 лир. Входной билет стоит 300 лир на взрослого и 265 на ребенка. Встречаются лавочки с вкусняшками, где можно перекусить.
есть вот такие небольшие амфитеатры, где можно посидеть и полюбоваться аквариумом. Кажется, что можно схватить, да? Какая ты красивая! Местами идет тропический дождь. Тропическим лесом океанариум, в принципе, и заканчивается. Не знаю, как у вас, а у нас Илья очень сильно любит рыб, и в каждом городе, стране мы пытаемся найти океанариум и обязательно его посетить. Данный океанариум нам очень понравился, очень много разнообразных обитателей. Мы советуем его нашим зрителям, да? Кто тебе больше всего понравился? Ну, капибары, крокодил, акула. Мне понравилось. Естественно, выход через сувенирный магазин, где миллион морских обитателей, наклейки, кружки, брелки, мягкие игрушки, рамочки, все с морской тематикой. Ну и по цене, конечно, значительно дороже, чем просто в магазине найдете данный товар. Из этого магазина вы можете выйти либо в холл, откуда заходили, либо выйти вот по такой галерее прямо в торговый центр. После океанариума, находясь в торговом центре, можно подняться на верхний этаж. Тут игровые автоматы, можно совместить приятное с полезным. А ниже этажом большой фудкорт. Thank you.
также здесь есть боулинг. Решили прокатиться по Босфору. Вот здесь кассы. Касс две. Одна на паром, который идет просто через пролив на противоположный берег. Стоит 35. Мы взяли с возвращением сюда же, в эту точку, за 75 лир. Получается, полтора часа покататься вот на таком транспорте. Нижняя каюта, нижняя палуба, говорю, каюта, вот с такими лавочками, кое-где даже есть столики, но желающих здесь что-то пока нет, все хотят наверх. Здесь есть бар с напитками и снеками, ну, естественно, за отдельную плату. Извиняюсь заранее за свой голос, я что-то сегодня приболела. Ну, вот такая вот палуба.
Вот и подошла наша поездка в Турцию к концу. Надеюсь, выпуск вам понравился, информация была полезной. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова